Всем привет, народ! Сегодня 19 июня. Привезли нам песочек 30 тонн. Офигеть, вот просто, где мы сыпали битый кирпич, он такую колею оставил. Земля настолько мягкая, тут просто сантиметров еще на 20, наверное, вогнулась в землю. Вот им бы прокатать все здесь, чтобы утрамбовать. Представляете, что было тут по весне, когда вода была, тут просто все тонуло. А теперь будет работа у нас.